Кариму Масимову вновь продлили арест, на этот раз до 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ. Такое же решение приняли в отношении его заместителя Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Последнему срок продлили до 13 июня. Напомню, бывшего главу ведомства задержали 8 января. Его подозревают в превышении должностных полномочий, а также в госизмене и действиях, направленных на насильственный захват власти. Уголовному делу присвоили гриф «совершенно секретно». Иная информация в интересах следствия не разглашается.